канал, если ты слышишь этот боевой геройский бит, тогда ты непростой человек. Ты непростой человек, бро. Ты непростая женщина, сестра, да. Ты непростой человек, бро, ха. Ты непростая женщина, сестра, да. На самом деле вы иные, да-да-да. И в сумраке ты слушаешь этот трек, но его здесь вам сделал кто? 3N7, конечно, 3N7, конечно. 3N7 вам зачитает бит для сотрудников дневного дозора, для сотрудников ночного дозора и инквизиции. Да, бро, бро. Для также для тех, кто иные, но еще не знают, кто они. Темные или светлые, не знают, кто они, бля. Темные или светлые. 3N7, он темный иной. Он работает в дневном дозоре. А почему выбрал он дневной дозор? Да потому что он буддист, да? Потому что негативные эмоции забирают, между прочим, темные. Ими они питаются, кроме низших иных, типа вампиров. Типа вампиров, оборотней. Хотя не такие уж и низшие они. Вот был, например, Костя Савушкин. Он был высшим вампиром. Даже в космос он летал, Костя Савушкин. Но его убил его дружбан. Его дружбан и сосед по подъезду. Его сосед по подъезду Антон Городецкий, да, чекирял, но это все московские разборки, а у нас дневной дозор Питера, Питера. Сейчас дневной дозор работает на удаленке, да. Не потому что коронавирус не подхватят, у всех уже амулеты от него давно, но все равно... Шкирял. Ну, все равно. Шкирял. Работники дневных ночных дозоров и инквизиции сейчас дома сидят, да? На удаленке. На удаленке. На удаленке. На удаленке, бейба. На удаленке, бейба. На удаленке. На удаленке, чики-чики-чики-чау. На удаленке, чики-чики-чики-чау. Ха, чики-чики-чау, чики-чики-чау, бэби. Если слушаешь ты этот трек, значит ты тоже иной, бро. Тоже иная сестра, да?